ПМС у женщин или конец света для мужчин? Привет всем девушкам, вы на коле... Представь, да? Нормально вообще. Всем привет, вы на канале... Почему я начала рисовать? С чего это началось? Как это все у меня вот... Как же я к этому пришла? Так, как, с чего начать, да? Самой бы вспомнить. Ну да, я на себя в зеркало посмотрю. Ничего, нормально. Штукатурку наложила и современная красивая мать получила. О чем говорить, я не помню. Сейчас, подожди, как тема-то называется? Тульки, тульки. Тульки, красотульки. Тульки-тутульки, тульки, золотульки. Или там 26-27, то есть очень, ну, колеблется. Ой, господи, нос чешется. Видишь, все не по плану идет, все нехорошо. Следующий фильм «Стильная штучка». О чем он? А реально, я не помню, о чем он. А кто там, Рис Визерспун? Классно. Пипец. Собралась фильмы перечислить. У нас так хорошо агрессирует малыш. Что хочу сказать, господи, сразу все выпадает. Подожди. Я скажу, когда можно. Ты иди уже отсюда, не мешай мне. Правда, свет я не регулировал сильно, потому что может не хватать. Включил? Да. Привет всем, вы на канале Анюты Шарила, я вас рада приветствую. Шесть. Ой, эти видео, конечно. Я решила записать эту тему, чтобы всем все было понятно. Спасибо за просмотр моего видео. Ой, Толик, ой, Толик. Включила? Я включила, да. Уф. Всем привет! Сейчас сразу посмотрю на себя, чтобы я была красивая. Уникально. Да, я уникальна. Да. Всем привет. Угу. Здрасте. Ты большая скотина. Всем до новых встреч. Пока. Ох, как пробалаболила последние строки, да? А потому что это талантливые люди, поэтому они что делают? Рисуют.